Медиагруппа «Авангард» представляет. В форуме принимаем участие с 2014 года, и прежде всего интересуют вопросы трансграничности. Евразийская комиссия является национальным органом Евразийского экономического союза, и в задачи комиссии входит в том числе регулирование трансграничного пространства доверия, то есть трансграничного информационного обмена. Поэтому сессии, которые проводятся на PKI-форуме по этой теме, нам довольно интересны. Вот, опыт государств в данной сфере мы стараемся учитывать как лучшие практики в своей деятельности. Мы эту ситуацию оцениваем как закономерной, да, с точки зрения государств-членов. То есть повышение уровня доверия к электронной подписи. В общем, это цивилизационный процесс, да, который повышает доверие к тем результатам, которые формируются в электронном документообороте. Текущая ситуация с коронавирусом, с пандемией, она показывает, что электронный документооборот и, в принципе, развитие цифровых технологий, они довольно важны. Технологии PKI-шифрования современные, они интересны. Да, с точки зрения перспективных технологий, хотелось бы видеть эти вопросы, обсуждение их. К сожалению, особенности этого года, да, пандемия, которая не позволила участникам из государств-членов Евразийского экономического союза участвовать, которые, в принципе, на прошлых конференциях довольно интересные доклады давали. Но я считаю, что с этой точки зрения надо больше приглашать участников очно, чтобы они делились своим опытом и проблемами.